На месте крушения «Звезды Востока» продолжаются работы. Затонувший теплоход отбуксировали на более безопасный участок реки Янцзы. Корабль переместили на 10 километров вверх по течению, где он не будет мешать движению других судов. Тем временем специальная группа экспертов Госсовета КНР ведет расследование причин крушения. Специалисты уже опросили свидетелей инцидента, проанализировали метеорологические данные и технические характеристики корабля. В планах следственный эксперимент по воссозданию событий катастрофы. В свою очередь, судмедэксперты продолжают работу по идентификации останков. При помощи анализов ДНК удалось установить личности 281 человека. Тела и вещи погибших постепенно передают родственникам. Власти на местах делают все возможное для помощи и психологической поддержки пострадавших семей.